Заключительное заседание сегодня провел 6-й созыв белорусского парламента. Палата представителей и Совет Республики завершили работу над самыми актуальными законопроектами. Накануне одобрен проект бюджета на следующий год. Главный финансовый документ социально направлен. Закрыли сессию депутаты Палаты представителей обсуждением законопроектов о внесении изменений в кодексы, закона о третейских судах. Всего за 4 года депутаты рассмотрели более 280 законов, которые охватывают все сферы жизни государства и общества. Еще один важный результат – укрепление позиции на международной арене. Чего стоила одна сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, которую мы провели в Минске в 2017 году. К нам совершенно изменилось отношение парламентариев, в первую очередь, европейских государств. Сегодня парламент Республики Беларусь – это узнаваемый, авторитетный парламент, с которым считаются не только, будем говорить, и в Европе, но и еще дальше. Работа с нашими избирателями, решение проблем конкретных жителей, обращений, жалоб – их очень много рассмотрено. Сегодня депутаты и сенаторы подвели итоги своей работы, чтобы передать дела новому составу парламента. На первое заседание он соберется уже в пятницу.